Аминка. Меня слышно было? Да. Маленькая зато. Ну, где-то так. Может, чуть больше. Let's go. Let's go. Лера здесь? Да. Заходи в кейс. Сейчас. Сука, я не могу найти, короче. Мне скинули документ с моим вопросом. Я не могу найти вопрос. Я... Пиздец, какая слепая. Я на этот стих убил целый вечер, понимаешь? Написал? Mm-hmm. Красава. Просто как отец. Надо консультация по истории. Я ничего не сделал. Дебил. Ты сдаешь историю? Нет. Консультация, типа, долги исправляют. Mm-hmm. Дима, как всегда, в должниках. Сдают историю только избранные. Дима, ты мне обещал то, что ты сегодня выполнишь... Да, ты вчера в КС кусался, наверное, не пошел. Ну, какая разница, ты обещал, обещал? Я тебе обещал, если ты в КС пришел, наверное. Ну, мы с тобой сейчас отыграешь. Нет, Егор, мы так не договаривались. В смысле мы так не договаривались? Дима, хорош, что ты уже стрелки метаешь слева направо. Я тебе видос обещал. Запиши видос. Когда ты мне запишешь видос? Когда настроение будет. У тебя всегда оно есть. Я всегда спрашиваю, как настроение, ты говоришь, нормально. Прикинь, у меня сегодня снег шел, просто снегопадище. Неплохо. Да. Мне сегодня холодно было, кстати. Я думал, сегодня не иду до технаря. Думал, умру. Мне вообще классно, я сегодня в очках, просто в джинсовой курточке. У тебя сегодня тепло было? Да, у нас сегодня плюс 16 было. Да, у меня плюс 9. О, плюс 9 сегодня было, да? У меня просто снега. А у меня снегопад. Антон, ты сегодня был на море? Блядь, Егор, это ты мне пишешь? Ты говоришь, Антон, как будто ты так далеко от меня живешь. Ты был сегодня на улице? Ну и чё, сдох? Я сегодня с утра прям вообще... Плюс 6, или сколько там? Плюс 9. Плюс 9. Плюс 9, это же так мало. Ну, а до этого было плюс 18, плюс 19, понимаешь? Когда все снег идет, то я понимаю. Пиздец. У нас вообще охуенно. Плюс 11, плюс 12, плюс 12, плюс 14, плюс 17, плюс 14, плюс 13, плюс 13, плюс 12. А, я охуел. У нас 1 мая 0 градусов.